ЕС направит в Армению группу экспертов для рассмотрения возможности развертывания новой гражданской миссии. В ближайшие недели Европейский Союз направит в Армению группу экспертов для рассмотрения возможности развертывания новой гражданской миссии. Как передает Армен-Пресс, об этом сообщает Радио Азатутун со ссылкой на пресс-секретаря министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля. Последний не назвал конкретных дат. Специальный представитель Евросоюза Тойва Клар находится в постоянном контакте со сторонами. В настоящее время Союз и государства-члены проводят консультации с местными партнерами, чтобы обсудить, как они могут внести свой вклад в устойчивый мир посредством нахождения на Земле. С этой целью Европейский Союз в ближайшие недели направит в Армению группу экспертов для рассмотрения возможности развертывания новой миссии, чтобы способствовать укреплению доверия, отметил Петер Стана в своем письменном ответе.